Помогите! Охрана! Сжалься! А, нет! Вы арестованы! Пожалуйста. Вы арестованы! Ты пойдешь за решетку! Не пытайся удрать от меня. А, нет! Где же ты? Где же ты? Я пожалуйста! Тебя вижу! Это для твоей же пользы! Где же ты? Если оставь... Получай! Ты не видел голубой конверт? Нет, а что? Да ничего. Если найдешь его, скажи мне. Не нравится мне это! Эй! Я знаю, что ты где-то здесь! Попалась! Встал ты! Ты об этом пожалеешь! Попалась! Я знаю, что ты там! Умирать медленно, больно. Помоги мне из
Мне... Прощайте! Лучше позвать на помощь! Мне не помешало бы подкрепление! Эй! Ты будешь умирать здесь, а вот и я! У тебя будут проблемы! Хватай шпиона! Лучше позвать на помощь! Эй!
Кажется, у нас пробовать.
Thank you.
Ну, как впечатление? Вы приняты. Конечно, пока еще рано говорить о вашей карьере, но, думаю, оплата и привилегии нашей организации вас не разочаруют. Добро пожаловать в страх. Вы должны вымыть руки горячей водой. Я тебе точно говорю, эта женщина меня с ума сведет. А я ведь пред... От меня не уйдешь! Я отомщу! Жду с нетерпением! Это ужасно! У меня для тебя кое-что есть, друг мой. Недолго тебе осталось прятаться. Ты об этом пожалеешь. Это ужасно. Теперь я действительно зол. Попалась! Ты мне за все ответишь. Отомщу! Это ужасно! Жду с нетерпением! Это ужасно! Это ужасно! Я знаю, что ты где-то здесь! Я тебя я найду не тебя. Расскажу! Не сомневайся! Это ужасно! Это ужасно! Я тебя в порошок сотру! Это ужасно! Это ужасно! Это ужасно! Попалась! Вы должны вымыть руки горячей водой. Thank you.
здесь? У меня для тебя кое-что есть, друг мой! Теперь я действительно готов! Вы должны вымыть руки горячей водой. Вы новый секретарь? Я тебе точно говорю, эта женщина меня с ума сведет. А я ведь предупреждал, не женись на ней, а? Да я не о жене, а о теще, идиот. До свадьбы она была сама любезность и очарование, зато потом превратилась в злобную фурию. Только и делает, что жалуется. Может, стоит напомнить ей, что она живет в твоем доме, твой хлеб кушает. И с ума сошел. Она меня сосвету сживет. Мне кажется, ты должен быть более настойчивым. Ее не знаешь. Эта женщина опасна. Ты работаешь в одной из самых страшных террористических организаций планеты. А? Если в твоем доме и есть опасный человек, друг мой, то это должен быть, кто знаешь, ты. Знаешь, когда ты это так формулируешь, ситуация начинает казаться логичной. С меня причитается. Забудь, дорогой. Я просто не могу видеть, как из моего доброго друга делают тряпку. Я знаю, что ты где-то здесь. Папа! Я тебя вижу. Я тебе покажу.
Я тебе точно говорю, эта женщина меня с ума сведет. А я ведь предупреждал, не женись на ней, а? Да я не о жене, а о теще, идиот. До свадьбы она была сама любезность и очарование, зато потом превратилась в злобную фурию. Только и делает, что жалуется. Может, стоит напомнить ей, что она живет в твоем доме. Твой хлеб кушать. Ты с ума сошел? Она меня сосвету сживет. Мне кажется, ты должен быть более настойчивым. Ты ее не знаешь. Эта женщина опасна. Ты работаешь в одной из самых страшных террористических организаций планеты. А? Если в твоем доме и есть опасный человек, друг мой, то это должен быть, кто знаешь, ты. Знаешь, когда ты это так формулируешь, ситуация начинает казаться логичной. С меня причитается. Забудь, дорогой. Я просто не могу видеть, как из моего доброго друга делают тряпку. От меня не уйдешь! Попалась! Вот и попалась. Я знаю, что у меня здесь. Для тебя кое-что есть, друг мой. Я тебя в порошок сотру. Теперь я действительно зол. Я что-то слышал. Жду с нетерпением. Жду с нетерпением. Я тебя в порошок сотру. Попалась. Ты любишь пытки?
знаю, что ты где-то здесь. Где ты прячешься? Я что-то слышал. А я вот тебя теперь я действительно зол. Ты любишь пытки? Эй, сама она просилась. Я тебя вижу. Нужно менять тактику. Ну, где же ты? Пытки! Опять блокировка! Я отомщу! Эй, ты! От меня не уйдешь!
бегите на улицу. Армстронг ждет вас. Скорее же. Вот и попалась, чтоб не сдавался. Эй, ты будь на чеку. Кого-то из нас проблемы. Не время разлеживаться. Вот я истекаю кровью. Ненавижу эту работу. Иди к этим воротам. Они ведут на улицу. Идиот! Посмотри, что ты наделал! Я? Это ты во всем виноват! Я виноват? Да ты даже не смотрел, куда идешь! А вот это уже... Попалась! Сюда! Ну же! Осторожно, на балконах могут быть снайперы. Ты мне за... Я истекаю! Пожалуйста! Работу. Ложись. Я тебе покажу. Сася. Истекаю кровью! Я тебя в порошок сотру! Ненавижу тебя! Thank you.
отомщу! Мы в ловушке! Я ожидал чего-то более серьезного. Что ты там бормочешь? Значит, это и есть великая Кейт Арчи? Не могу сказать, что я восхищен. Когда я отсюда выберусь, я твою мучную морду впечатаю в ближайшую стену! Ну, до этого далеко, Монар. Единственный способ выбраться из этой клетки — просочиться наружу. По капле. Уи? Так, это похоже на... Фред Астер? Велосипед? Пони. Маунди, ну говори уже. Месье, у нас проблемы. Не выходит. Дверь заперта с той стороны. Отойди. Я ее сейчас вышибу. Не выходит. Дверь заперта с той стороны. Отойди. Я ее сейчас вышибу. Я не совсем это имел в виду. Тебе придется открыть эту дверь, дорогуша. Vive la France! Я вижу, что тебе страшно. Thank you.
Я найду тебя. Эй! Где ты? Ничего. Ладно. Сбежала. Показалось. Я чую твой страх. Ты не можешь прятаться вечно. Ангард, мон ами. Опалась? Ладно. А вот и я. Мон ами. Я... Ничего. Я знаю, что ты где-то здесь. Какая подлость. Готовься к суду. Нет! Как думаешь, почему в криминальной индустрии так мало женщин? Возможно, из-за отсутствия спроса. Ты не думаешь, что это сексизм? Может и так, но с другой стороны, мы получаем не так уж много резюме от женщин. Может быть, дело в социализации. Может быть, девушки вырастают с мыслью о том, что преступление – это мужское дело, и не рассматривают их в качестве возможной карьеры. Я спрошу свою сестру, что она об этом думает. Где ты? Я чую твой страх. У меня обнаружился еще один недостаток. Не говори. Дай-ка я попробую угадать. Он считает, что ты слишком невыразительно идешь против ветра. Oui, он хочет, чтобы ветер был сильнее. Он учился у Деверо. Что ж, это все объясняет. Деверо считает, что это должен быть не просто ветер, а настоящая буря. Мой инструктор учился у Жара. Жар представляет это как игривый весенний ветерок. Меня учили, что ветер должен быть порывистым, но не слишком сильным. Когда я был молод, мне и в голову не приходило, что в пантомиме столько философии. Что это за шум? От меня не... О, нет! Ха-ха!
Открой дверь! Прикрой меня! Мне нагибаться! Какая боль! Ничего. Меня не испугаешь. У меня обнаружился еще один недостаток. Не говори. Дай-ка я попробую угадать. Идем. Проснись, Соня! Эй! Где ты? Показалось. Эй, ты! Вставай! Есть здесь кто-нибудь? Показалось. Кто здесь? Что тебе страшно? Нет! Показалось. Ничего. Выпусти меня отсюда! Открой дверь! Прикрой меня! Шансов, Монами!
они мои. Вы их не получите. Эта девчонка должна быть наказана. Я лично позабочусь об этом. Черт бы вас побрал! А теперь прошу меня простить. Я доложу об этом директору. Проследите, чтобы он на самом деле ушел. Пора. Куда спешишь, лягушатник? Мерд. Скорее! Я буду рулить, а ты стреляй! Теперь держись! У кого-то из нас проблем! О-о-о! Тревога! От меня не уйдет! Держись, крошка! Он пытается перекрыть улицу! Он от нас не уйдет! Опасность! Я ранен! Я тебя на куски порву! Держись! Будет крутой поворот! На балконе! Я тебя вижу! Не надейся, что тебе повезет в следующий раз. Наше время на исходе. Наконец-то хорошие новости! У меня от всей этой дипломатической чуши уже голова трещит. Сейчас наши агенты должны быть уже у цели. Надеюсь. Непобедимый Армстронг. Гроза клоунов. Ой-ой-ой, я сейчас разрыдаюсь. Профессионал. Тебе нужно было просто схватить его. Уже плачу. Что ж, по крайней мере, у тебя осталось его пальто. Может, он замерзнет насмерть? Заткнись. А ты заставь меня. Простите, агент Арчер. Цель должна быть как раз за этим торосом. А что это за дым? Тетя Филлис сказала мне, что ты ей так и не позвонил. Она, можно сказать, на смертном одре лежит. А тебе лень даже номер набрать. Мама, тетя Филлис запирала меня в погребе каждый раз, когда ты оставляла меня с ней. Если бы я знала, каким неблагодарным ты вырастешь, я сама запирала бы тебя в погребе. Клянусь, если бы твой отец... До свидания, мама. Не вздумай вешать трубку. Подготовка закончена? Да, сэр. Сейчас отряд находится на пути к району испытаний. Отлично. Убьем одним выстрелом двух зайцев. Это еще не все? У нас возникло небольшое осложнение.
Что-то не так. И как ты догадалась? Один раз я уже надрала тебе задницу. Могу сделать это снова. Когда ты успела стать такой занудой? Подожди здесь. Мне нужно осмотреться. Береги маникюр. Может, подождешь меня в самолете? Не думай, что я опять буду сторожить твою сумочку.